Фуникулер с проспекта Мира на Караульную гору, модный рынок в Красноярске и позднее в центр на Предмостной площади. О таких планах рассказал мэр в эксклюзивном интервью «Приме». Смотрите его сегодня сразу после выпуска новостей. Сергей Еремин погулял и прокатился с Давидом Абаджаном по заранее неизвестному для главы маршруту. Говорили о личном, любимой музыке, графике работы и мэрском отдыхе, и о общегородском транспорте, чистоте, долгостроях, проекте в центре мира. По словам главы, Красноярск должен стать мегаполисом, который будет выделяться на мировой карте. Интервью получилось откровенным и эмоциональным, в общем, в духе Сергея Еремина. Боевое бывает, когда иду, и глаз начинает за что-то цепляться. Ну, тогда все, начинаю себя раздраконивать. Ты должен быть таким городом, чтобы от него просто балдели. Птицы должны гордиться, если пролетают над Красноярском. Кинотеатр «Строитель» был просто чумовым каким-то страшнючим забором, обнесенный, все разбомбленное.